Ну, это я чуть-чуть такой вот вводной части, поэтому что бы я хотела? Наш организм на сколько там, на 80% состоит из воды. Жидкостные, в общем, такие техники в основном я буду показывать. Опять же, женщины, эмоции с водой много связано, поэтому, в общем-то, много ассоциаций именно на текучесть, на жидкость. И вот, не знаю, по-моему, я не показывала, в принципе, вот те движения, которые мы будем делать, если есть возможность как-то делать их вот плавно и как бы от таза, от бедер, то есть вот такие вот посылы, то есть волной через все тело. То есть это не просто какие-то нажатия, а вот попробуйте вовлекать, почувствовать, как вовлекается в какие-то вот ваши движения, когда вы с собой работаете, все тело. Вот, в общем-то, наверное, сегодня такая будет вводная часть.